Всем привет! Смотрю сейчас 5 лайфхаков для пикника и похода летом. Даже купаться в реке, и ваши спички все равно не намокнут. Очень полезные советы. Особенно мне понравился совет про консервную банку и кусок картона, где паренек рассказывает о том, что можно сделать всепогодную свечку. Просто сворачиваем, видите как? Сворачиваем картон в рулон, засовываем в банку пустую из-под консерв, заливаем растопленным воском. Все, горелка готова в любую погоду, в мороз, в дождь, в град, даже под водой будет гореть. Видос советую, идет 3 минуты ровно. Я бы на месте автора сделал бы подборку побольше, так, ну, по стандарту минут на 10, да, чтобы туда рекламы напихать через каждую минуту. Но это во мне такой меркантильный интерес проявляется. Но в целом хорошо, видео мне понравилось, ссылка на оригинальный видос в описании, проходите, смотрите, думаю, вам будет интересно. Соотношение лайк-дизлайк радует. Смотрите, на видосе почти 750 тысяч просмотров, лайков 30 тысяч, дизлайков всего 3500. Молодец паренек, красавчик, дипте. Ох ты, нифига себе, так на его канале 1,5 миллиона подписчиков. Как-то этот канал прошел мимо меня. Впервые смотрю его видос. Но в любом случае, молодец автор канала. Респект ему и уважуха, как говорится. Ставьте палец вверх моему видосу и подписывайтесь на канал. И будет вам счастье.